Меня зовут Эмма, и вы смотрите программу «Фигурка». В ней наши любимые фигуристы катают короткие произвольные программы, но с необычными обязательными элементами. И героями сегодняшнего выпуска стали многократные призеры чемпионатов Европы и чемпионатов России Александра Степанова и Иван Букин. Всем привет! Привет, ребята! Привет! Ой, спасибо вам большое, что нашли время заглянуть к нам на каток. Но перед выступлением, перед короткой произвольной, принято что сделать? Размяться. Размяться. Вот этим мы сейчас с вами и займемся. Поехали. С окончанием сезона вас, насколько да, я понимаю. Спасибо. Да, спасибо большое. Какими вот одним или двумя словами описали бы прошедший сезон? Я думаю, это шаг вперед для нас. Ну, однозначно, серебро чемпионата Европы. Да. А ты, Вань? Одним словом тяжело очень описать этот сезон. Тремя. Это, наверное, интересный опыт. Да. Что запомнится больше всего? Запомнится? Ну, наверное, это последний чемпионат мира, потому что там была очень такая серьезная борьба. Мы были там в разрыве буквально в половину, в Бали в одном, и поэтому действительно... Мы постояли немножечко, можно сказать, на пьедестале после короткой программы. Вот. И поэтому для нас это такое впервые, что мы первый раз действительно подобрались так близко вот, к топовым нашим всеми любимыми парами. Вот, поэтому... Ну а почему все-таки четвертый? Потому что после вашего прекрасного проката, лучшего проката в сезоне, я была уверена, что вы точно с медалями. Вы знаете, наверное, десятка в мире – это потрясающий фигурист. И каждый катается просто гениально и делает какие-то очень интересные вещи. Ну, не десятка, пятерка уж точно. Ну, пятерка. Пятерка, про пятерку да. точно ну, можно разминка, сказать. Последняя разминка сильнейшая. Да, это действительно… И борьба там колоссальная. И, конечно, судьи – это тоже люди. Вот. И кому-то что-то нравится больше, кому-то меньше. И мы не можем… как-то, понимаете, быть обиженными или что-то такое, что мы сделали все, что хотели, все, что запланировали, над всем, чем работали, мы все сделали, мы очень довольны, тренеры довольны, а это самое главное. Вся наша команда поработала здорово. И мы, болельщики, тоже очень довольны тем, как вы откатали. И все-таки вот это меньше 2 балла вы проиграли. Да. Вот в танцах это что? Это какой-то уровень, это какой-то шаг в дорожке, это элемент, стоимость? На самом деле, по уровням здесь были все одинаково. То есть у всех стояли очень самые высокие уровни. И мы, наверное, первый раз за нашу карьеру получили все самые высокие уровни, то есть за все абсолютные элементы. Браво! Вот, да, и поэтому очень сложно сказать, что где-то там кто-то по уровням. Я думаю, это чисто вот... такой субъективный такой момент, где человек просто смотрит и говорит, нравится, не нравится, нравится, не нравится. Вот кому-то показалось, что мы здесь что-то там, может быть, не доделали для него, да, а другой этого не заметил, для другого это вау. Поэтому, ну, тяжело сказать. А для нас, конечно, было вау, когда, блин, мы 6 лет вообще без медали чемпионата мира, и тут, блин, можем 2. Это сущность человека. То мы сначала хотя бы 1 хотели, а здесь мы недовольны. Расстраиваемся, что да, что 2 не получили. Но действительно, да, мы вернули, получается, с ребятами 3 квоты, да, на чемпионат мира, поэтому наконец-то это достойно. Произошло, да. Да. Да, кстати, за это вам отдельное спасибо. Читала интервью Натальи Бестемьяновой, она там рассказывает, что она знает секрет того, как и чем обыграть французов по Подаке Сезеро. Но сказала, я, говорит, поделюсь только со Степановой и Букиным. Больше никому рассказывать не буду во всеуслышание. В связи с этим вопрос. Поделилась? Пока что нет. Она успела нас поздравить только после чемпионата мира. И пока что мы с ней не связывались. Но я думаю, что нам будет очень интересно послушать ее. Уже выбрали музыку на следующий сезон? Пока еще думаем, слушаем разные варианты. Тяжело, конечно, с выбором музыки. Особенно тяжело будет, мне кажется, с выбором музыки на короткую программу, на первую нашу программу. Да. Потому что в этом, точнее, в следующем сезоне это мюзикл. Не так много выбора просто. Вообще, то есть абсолютно. Просто обязательный танец — это финстеп. Он такой достаточно
Я помню, когда мы его катали, нам говорили, что это такое брызги шампанского. Что-то такое нам говорили, да. Он немного такой, вечеринки. Нет, не вечеринки, нет. Он такой как бы должен быть легкий, такой непринужденный, воздушный, радость, счастье, вот что-то такое. Будем стараться, да, потому что хочется опять-таки удивлять, потому что в этом сезоне, мне кажется, с танго, не знаю, наше танго мне безумно нравится, хоть оно и не похоже, да, на аргентинское танго, которое, да, ну, как этим бы оно и всех, прекрасно. Да. Но оно действительно очень крутое, потому что оно с пасодоблем, и нам это шло в этом сезоне. А как тебе шло это платье? Да, спасибо большое. Это правда безумное для меня платье, потому что сначала, когда мне показали цвет материала, серый, я думаю, серый и танго, ну как так? Где, ну да, не штуковочка. Да, что из этого можно сделать, чтобы это было прям вау? Но когда мы начали накладывать на этот материал вот эти куски ткани, да, ну это вообще просто бомба была для меня. Очень круто. В следующем сезоне планируете сотрудничать с Валентиной? Я думаю, что да, потому что очень, у него безумно интересная идея, и он сам очень приятно, ну для нас было приятно, что он сам увлечен этим процессом. То есть он обязательно спросит, как, там, позвонит, напишет. То есть вот реально в начале сезона, еще когда мы только-только выходили, он постоянно нам что-то, ну, спрашивал, ребят, как там, или... Ну, вот это безумно здорово. Приятно, потому что такой, ну, как бы, действительно, великий человек, человек моды, да, вот, так увлечен. Он всегда нас приглашал, всегда вот мерил и не жалел времени на это. Ну, а сейчас вообще разминка длится 6 минут, я никогда не вписываюсь в график. А мы заметили. Да, мы так хорошо разговариваем. Поэтому я предлагаю переместиться уже к исполнению короткой программы. А судьи есть? Судьи? Да, секундомер. Судьи люди будут у нас. Ну, собственно говоря, мы приближаемся к первому обязательному элементу нашей короткой программы. Это 15 конусов на одной ноге. Нужно проехать между ними, не сбивая. Сбиваете плюс секунда. Но так как вы пара, я решила сделать эстафету. То есть... Кто из вас начнет? Давайте я. Короче, Сашуля начинает. Она проезжает на одной ноге, на любой, на левой или на правой, все 15 конусов. Ваня ждет ее там. Эстафету мы передаем объятиями. Ага. Обнялись. И Ванечка побежал обратно. Я делаю стоп. Учитывая, что вы первая пара в нашей программе, то есть вы уже изначально ее лидеры. Отлично. Ну что, готовы? Да. Да. То есть Ваня там стоит? Да, Ванечка, давай. Блин. Давай, иди туда. Внимание, марш! Я готова! Объятия, Ванечка, побежал! О, мама моя! Обратней! Давай! Браво! 14.71! Молодцы! Лидеры нашей короткой программы в парах. Александра Степанова и Иван Букин. Конкурс с конусами. 14 секунд, 71 секунда. Молодцы. Отлично. С чистой душой чемпионской переходим ко второму обязательному элементу. Ну что, второй обязательный элемент нашей короткой программы требует реквизит. Тебе, клюшка, тебе. Спасибо. Правильный, да, по-ухват? Левый, да. Правый, левый, да. Правый. Да. Есть шайба, все предельно просто. Вы передавая друг другу пас, делаете целый круг и потом забрасываете эту шайбу в эти ворота. Я объясняю так, потому что мало ли еще какие ворота. Какие-то ворота мы увидим. А, ну и самое главное, опять в руках у меня секундомер, это задание на время. Отлично. Блин. На старт, внимание, марш. Куда ты так далеко-то ее? А, куда? Уже гол. Почему-то я вперед давай. Я-то здесь. Оп. Ну так надо же ее туда. Передавайте друг другу. Короче, пас. Я буду задом ехать. Давай, пас и гол. Пошла. Браво! 32 секунды, 67 сотых. Муа. И шайбу забрасывает Александра Степанова. Какая команда, а? Просто браво. Вы вообще первый раз? Первый раз. Да, реально первый раз.
Федерация хоккея России. Прошу присмотреться к ребятам. Отличные, перспективные, молодые, активные. Смотрите, первый раз держат в руках клюшку, а Саша уже умудрилась шайбу в ворот забросить. За 30 секунд. Браво. Спасибо. Бодро, весело. Переходим к произвольной. Переходим к произвольной, она у нас вообще раскрывает наших героев, и тот самый волнительный для меня хэштег «Ожидание реальность», когда вы что-то делаете, а я пытаюсь повторить, иногда, кстати, даже получается у меня. А у Саши и Вани есть фирменный элемент, этот визел в положении сидя, в положении пистолетика, его никто больше в мире не делает. Нет, его делают уже, нам даже присылали в Инстаграме видео, как кто-то из фигуристов делает, поэтому его повторяли уже. Повторяет. Но, как мы уже выяснили в начале, копия, она всегда хуже оригинала. Вы были первыми. Поэтому, пожалуйста, для наших зрителей и для меня на бис. Визел в положении пистолетик. А я попытаюсь повторить. Первый сделал я. Это, то есть, тебе мне говорить да. Сейчас спасибо, мое левое колено. Да. Нет, реально очень сложно, ребят. Но так красиво смотрится, мама мия, мама мия. Смотрится, правда, необычно. Да, я помню этот момент, когда Ваня сделал в пистолетике твизл, он на огромной скорости разогнался. И я так стою и думаю, ну, блин, ладно, давайте я попробую. И сделаю на второй раз сразу, да. Да, я, честно говоря, не думала, что я вот так быстро сделаю, потому что я думала, что я, ну, если я сяду, то я не встану. Вот, но я как-то нормально, в принципе, пошло у нас. Очень круто, ребят, правда? И вот с этими переполняющими меня чувствами приглашаю вас ко второму элементу. Знаете ли вы, что такое треугольный танец? Мы видели, да, но... Ни разу не пробовали. Не делали, да. Ну, что такое танцы на льду, вы в курсе? Оригинальный танец тоже. Еще есть какой-то короткий танец, а вот треугольный... Нас как раз-таки трое, предлагаю попробовать. Давай. Давай. Давайте, раз. Поехали? Два. Поехали. Три. Слушай, ты, ну, у нас на самом деле это очень хорошая кардиотренировка. Да, мне кажется, так если долго поделать, неплохо будет. Блин, мы с первого раза это сделали. Просто команда. Саша, Ваня, спасибо вам большое, что вы нашли время прийти в программу «Фигурка». Была очень рада вас видеть. Кстати, лидеры программы нашей. Безоговорочные Александра Степанова, Иван Букин и, помимо всего этого, еще и призеры многократной чемпионата Европы и чемпионатов России. Желаю вам успехов в следующем сезоне, побольше медалей и, желательно, золотых. Спасибо огромное. Спасибо огромное. За приглашение. Очень весело. Да, всем, очень было весело. Всем пока. Всем пока. Ну, а вы, друзья, лайкайте, подписывайтесь, комментируйте, отправляйте друзьям и вообще все, что только можно делать с этим видео, обязательно сделайте, ну и следите за программой «Фигурка» на Спорт24.